прошлом году сотрудники Госветуправления отловили 150 безнадзорных собак. В текущем году планируют отловить в два раза больше животных в связи с увеличением финансирования по программе ОСВВ «Отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск». Именно по такой системе работает отлов и в Сарове. Если на улице появилась собака, которая ведет себя агрессивно по отношению к людям или домашним животным, то сотрудники ветеринарного управления отлавливают ее и помещают в приемник на карантин на 10 дней. В этот период собакам делают прививки против инфекционных заболеваний, также их стерилизуют и кастрируют. Во время операции также происходит биркование этого животного, которому присваивается индивидуальный номер. И поэтому отловленных животных видно сразу по биркам на ушах. Бирки могут быть красного, желтого и сейчас уже зеленого цвета. Цвет бирки роли не играет, играет только номер, который написан на этой бирке. По нему можно будет узнать, когда это животное было отловлено и где. Животное прививают против бешенства и выпускают на волю по тому адресу, где его отловили. Если уже чипированная собака на улице проявляет агрессию, то ее помещают в приемник Госветуправления на 90 дней. Через это время снова оценивают поведение животного. Если собака продолжает лаять и бросаться на людей, то ее оставляют в приемнике. Никого никогда мы не усыпляем. Эвтаназия противопоказана. И еще раз хочется об этом сказать жителям, мы не убиваем. До 2020 года не было программы ОСВВ, и тогда отлов животных действительно проводился путем, для эвтаназии проводился. Сейчас этого нет. Все животные живые, выпускаются в окружающую среду. Чтобы перевести собаку в приемник, сотрудники отряда делают ей специальную усыпляющую инъекцию. Также в различных случаях используют клетку-ловушку и ружья с дротиками со снотворным. Бригада по отлову состоит из 4 человек. Стаи бродячих собак появляются по вине людей, которые безответственно выбрасывают четвероногих на улицу. Все животные, которые попадают к нам по отлову и являются контактными, то есть животные ласковые, можно взять в руки. Значит, есть очень большой шанс, что они могут обрести себе новых хозяев. В этом нам очень помогает волонтерское общество «Верный друг». Через их сайт мы размещаем таких животных на пристройство. И очень часто у нас этих животных забирают. Следует помнить о том, что стаи безнадзорных животных скапливаются там, где их регулярно кормят. Отлов осуществляется в рамках контракта с департаментом городского хозяйства. Свои заявки можно оставлять по телефону 9-77-98. При обращении необходимо сообщить свои контакты для того, чтобы сотрудники могли узнать подробности о стае собак. Также можно обратиться в Госветуправление по номеру 4-92-00. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.